Профессиональный праздник стражей закона и порядка уже давно стал всенародным. Поздравления и пожелания у орловчан уже наготове. Поменьше нарушений, чтобы было. Пусть нас берегут. Вот. Ну, здоровье, конечно, им. Их труд нелегкий. Служба у них очень тяжелая. С нами очень трудно бороться, потому что мы всегда хотим что-то нарушить. Да. Здоровья, успеха в работе. Больше что им пожелаешь? Но остальное они сами найдут. Полиция – это наше все. Благодаря полиции в стране порядок. В прямом эфире Первого областного свои поздравления орловчане адресовали генерал-майору полиции, начальнику МВД России по Орловской области Юрию Савенкову. Принципиальность, верность долгу и профессии, требования к подчиненным и к себе, говорит главный полицейский региона. Чёрствость и равнодушие еще вот тут. С этим никогда не сможете смириться? Никогда, никогда, это точно. Отзывчивость. То есть вот даже нет необходимости общаться с сотрудником, но вот он идет, он должен идти, как это говорят, ну с открытым лицом, с открытой душой. Совсем недавно в нашем регионе побывал министр МВД Владимир Колокольцев. С 2007 по 2009 годы он возглавлял Орловское управление. На всероссийском семинаре совещаний руководители подразделений ГИБДД были определены служебные задачи. И не только. Например, мне президента напомнил, когда Владимир Владимирович на коллегии очередной говорил о том, что надо искоренять вот эту даже славу негодную. За прошедшие 5 лет число погибших в авариях уменьшилось более чем на четверть. Принятые меры дают эффект. Глава МВД России обратил внимание на то, что текущая ситуация остается непростой. О том, что будет способствовать итогам и служебным результатам, обсуждалось во время встречи с руководством области и УВД. Речь, в частности, шла об обновлении парка техники. Есть подразделения полностью укомплектованы, есть, ну, не совсем, скажем так, а где-то уже и устарело. Воспользовавшись пребыванием здесь Владимир Александрович, я ему сказал, что... И они встречались с Андреем Евгеньевичем, и Андрей Евгеньевич тоже перед ним этот вопрос поставил, если сможете, поддержите. И он пообещал нам там транспорта, так сказать, подбросить. Работа участковых, ситуация с раскрываемостью преступлений, расследование громких дел, общественная безопасность. Об этом не только в ходе большого разговора с орловчанами. Юрий Савенков еще раз подчеркнул, что открыт для диалога. А профессиональный праздник – это еще и повод вручать награды. Я хочу, Наташа, вручить вам вот эту благодарность, вам лично, всему коллективу Первого областного за информационное сопровождение деятельности органов внутренних дел и содействие профилактике преступлений и правонарушений. Спасибо вам за совместную работу, понимание наших трудностей и освещение вот, через свой канал, доведение информации до зрителей. Юрий Николаевич, спасибо вам огромное за оценку нашей работы. Мы всегда вместе с вами. Вместе. Спасибо только большое. Так. Спасибо. Успехов вам. Наталья Пехтерева, Эдуард Чернаускас, телеканал Первый областной.